А я-то как встану вот так. У нас сегодня опять какая вы сочная. Вы включились, да? Да. Ну, у нас уже есть люди. Помашите! Привет, красотки! У нас лето красное или ковидное? Я считаю, что оно должно быть красное, солнечное и с бусинкой в голове. Поэтому я надела красное платье, так как красный цвет – это цвет страсти, да? Потому что мне солнце напекло в голову. И я уже загоревшая, и я загораю у себя тут в саду по часу утром голая. А меня спросили, а как твой сосед поживает? Ну, сосед не выдержал. Да, один сосед умер, а другой, наверное, получает массу удовольствия, глядя в дырку в другом заборе. Ну ладно, разговор сегодня не об этом, а поговорим о главном, о белье. Потому что, что бы вы ни надели, мода, стиль, красота, вся начинается со споднего. И все зависит от того, как стоит ваша грудь. Вот у меня она сегодня в мягкой чашке, в балконете. Я вот так вот могу приспустить рукавчик. И у меня вот такая вот крутая, потрясающая посадка. Но мы сегодня поговорим о топ-8 бюстгальтерах на лето. Это то, что должна иметь в своем гардеробе любая уважающая себя леди. И начнем с моего любимого, хотя Ксюк сказал, ты особо-то его не рекламируй, потому что мы продаем все. Ну, есть у Ксюхи любимцы, да, также и у меня есть любимцы. Выходи, Настя. Сегодня Настя с нами, красотка. Да, красотка. Сегодня... Вы аж поперхнулись? Я даже поперхнулась от красоты. На самом деле я не ревную к женщинам, я вообще не ревнива. И, ну, если женщина лучше меня, ну, ради бога, это говорит о том, что мы делаем женщин прекраснее. И вот на Насте это моя любимая модель Парселейн, фарфоровая чашка. Это то, в чем достойные леди должны ходить в офис, дабы не смущать мужскую половину человечества. Да? Потому что вот Парселейн, это модель Парселейн, он имеет округлую чашку, он идет в двух видах, с низкой посадкой, планш, и вот такая эта посадка называется full cup. Я очень люблю такую модель, она, наверное, у меня представлена в моем гардеробе во всей цветовой гамме, но сколько женщин, столько и моделей бюстгальтеров. И на каждую грудь есть своя модель, которая присуща только этой форме груди. Переодевайся, Настя. И на самом деле вот такую модель можно надеть с футболкой, с платьем, с блузкой, с джинсами и с чем угодно. И через, во-первых, нюдовый цвет – это must-have любой уважающей себя леди. Я, конечно, люблю цветное белье, но в основном, конечно, я ношу бежевые и нюдовые цвета, потому что они не просвечивают. И если кто спрашивали много раз, что надеть под белую кофту, белый бюстгальтер или бежевый, я скажу, что бежевый, так как бежевый цвет, он не просвечивает своими краями по кромке тела, и тело, и нюдовый бюстгальтер сливается, да, и мы получаем прекрасную, крутую грудь. И предыдущая модель, как еще раз у нас называлась? Коко? Модель называется, нет-нет-нет, а Коко не взяли, да? Парселейн, да, это был? Парселейн, да. Это Парселейн, да. Это модель Парселейн, она идет двух видов, вот на Насте это была чашка full cup, и есть еще планш, а слово нырять, пускаться во все тяжкие. Настя, ты вынырнула? Я вынырнула.
сейчас тяжкие пустые. Мы, вот этот, это бюстгальтер, это любимец, наверное, всех женщин, которые приходят. И все, наверное, прошли через эту модель. Это жасмин, балконет, полочка, балкончик. Это то, что поднимает нашу грудь, это то, что держит ее, то, что смущает мужской пол, да? И то, что нам и надо. И то, что поднимает нашу самооценку. И вот в таких лифчиках, если идешь по улице, вот на мне сегодня тоже был конет, и все шлепаются. А если еще платье не надеть? Да, если платье надеть, то все. А если снять, то конец. Не, ну на самом деле, эта модель, она абсолютно незаметна под одеждой, при этом создает, ну просто... идеальную форму. Да, и цвет совершенно нюдовый. Здесь идет ламинированное кружево, которое да. абсолютно не просвечивает, скажем, через футболку. Но вот я люблю все равно формованную чашку. Сейчас жарко, и, наверное, поэтому я надела вот такую форму. Поэтому, наверное, все-таки для лета, ну, это идеальный вариант. Ну, грудь, конечно, очень красивая. Это называется, кстати, не только балконет, это называется инкапсулированная чашка. Это то, что грудь разводят в разные стороны, создавая девичью грудь, такая вот она получается. Разводит, но не размазывает. Но не размазывает, она ее поднимает, собирает, делает форму. И, наверное, в мире только у Панаша именно такая форма. Она очень высокая. Она, как правило, вообще грудь должна быть на уровне середины локтя, да, локтевого, как это называется? Предплечья, короче, да. На середине предплечья. На середине предплечья, но эта модель, она все-таки идет выше. И у нас любит такую модель наша Ксюха. Она вообще любит, чтобы у нее титьки ее были задраны, наверное, выше головы. И в такой форме, конечно, если идет женщина, то, наверное, сначала идут груди. Да, вот такие, да. А потом уже вкатывается Ксюха. И все остальные женщины, которые выбирают такую форму. И я. Вот эта модель, это Envy. Это модель Full Cup. Это то, что покрывает грудь. В данном случае она закрывает как бы, ну, такая полу-Full Cup между балконетом и Full Cup. Здесь точно так же идет ламинированное кружево. Форма тут, хоть и Full Cup, но форма балконом, балконет. Это то, что называется полочка. Это самая продаваемая модель. На этих моделях мы брафитим своих клиенток. И они покупают у нас. Они останавливаются на такой форме. На самом деле ее популярность подчеркивает то, что каждый год Панаш выпускает ее в новом цвете. Панаш выпускает в базовых цветах. Ну, понятно, что базовый цвет это нюд, черный, айвори. И это цвета, которые будут популярны всегда, потому что бежевый цвет, он подходит подо все. Под черное, белое, цветное, ну, подо все. И, конечно, у не такой марки, а такому поросенку, как я, это вот как раз. Потому что где бы я ни сидела, что бы я ни делала, у меня всегда вот здесь... пятна. И муж мне всегда говорит, слюнявчик надо надевать. Ну да. И Envy, наверное, одна из старейших моделей, да, из чего начинался Панаш. Одна из старейших моделей, одна из популярнейших моделей. Это модель, которая продается в самых больших объемах. Она идет до чашки К, она великолепно держит грудь, приподнимает ее. Даже грудь размера К, особенно там, если у женщины 40-й объем и грудь К, это большая грудь. И эта модель, она очень хорошо держит грудь. Это как бы полубалконет, полуфул кап, поэтому все-таки женщинам с большой грудью мы рекомендуем. Следующая модель, мы ее называем голые, мы ее так называем. Да, это вот, кстати, планш в мягкой чашке. Планш может быть в формованной чашке, планш может быть в мягкой. И вот эта модель, она не такая старая, ее 2 года назад фабрика начала выпускать, оттестировали ее, как раз я в это время училась на фабрике,
проходя курс брафитинга, и вот эта модель, она... ее вводили. И когда на уроках мы спросили, какую все-таки лучше модель купить, скажем, коко, порселейн, планш, это формованные чашки, преподаватель сказала, что лучше купить планш, мягкую чашку. И вот этот цвет, он цвет называется винтаж. На самом деле это, наверное, цвет пыльная роза. И мы его еще называем голый бюстгальтер, потому что он создает вот такую потрясающую ложбинку. Он центрует грудь, создавая, ну, невероятно сексуальную форму. Тут идет очень большая поддержка, он очень хорошо держит грудь, и он настолько мягкий, невесомый, и, ну, на самом деле, он очень крутой. Ну, он и на теле почти незаметен, да, но поддержку это, дает шикарную. Это любимая модель нашей Ксюхи. Она ее советует всем. Наверное, все, кто был у нас в бюст-клабе, все, наверное, через это прошли, когда Ксюха несет эту модель. Скажу больше. Такая модель, модель планш, она не всем подходит. Мы занимаемся чем? Брафитингом. И такая модель подходит женщинам либо со средней грудью, в смысле, не со средней грудью по размерам, да, ну, вот моя грудь, она средняя. Вот на мою грудь подходит все. Есть грудь широко расставленная, вот на эту форму груди такие модели не подходят. И она рекомендуется женщинам с близко посаженной грудью. То есть эта грудь, она вот так вот. Снимаешь лифчик, а она падает. Вот так. Любая падает. После рождения ребенка у всех нормальных леди грудь падает. Ну, если только грудь не маленькая. Если она большая, она будет висеть. И лифчики панаш, это, конечно, спасение. Да. Следующая модель. Ну, это универсальная модель. Тоже одна из старейших от Панаш. Одна из самых старых моделей. И наши клиенты очень любят ее в цвете. Это модель Клара. Вот в таком цвете шампань. И, конечно, здесь ламинированное кружево. Это full cup. Это средняя посадка, это, конечно, не балконет, но особенностью панашевских лифчиков является очень-очень высокая посадка груди. Да? Ну, ни в одной другой фирме нет вот этого. Многие, конечно, это не любят, да, многие хотят минимайзер, но нескромные, такие как я, приходите к нам, да, и радуйте себя и посторонних, особенно своих подруг, да, завистливых. Пусть они щелочью опрызгают, пусть они сгорят. Да, Ксюха хочет сказать. Но нужно еще здесь заметить, что в этой модели округлая форма груди, то есть округлые аппетитные персики. Персики. Покажи. Персики с шампанским. В данном случае такая модель вот она. Да, она еще идет в цвете айвори. Померяешь? Да. Да. Фабрика выпускала раньше белые модели, и на следующую поставку мы возьмем белые модели, потому что белое белье, оно относится к цветному. Оно невероятно красиво смотрится на загоревшем цвете летом. Конечно, зимой вы белый бюстгальтер не наденете, потому что, ну, у нас зима, мы все такие... Бедная мышь. Да, мы не то, что как мыши, мы как цыплята свежеощипанные, даже не белые, а какие-то синюшные. И, конечно, белый цвет белья, он, ну, не будет так красиво подчеркивать цвет вашего тела. Ну, а если тело загоревшее, да, как у меня, я с утра загораю по часочку, голый, голый в саду. Если хотите, вы можете приехать и так посмотреть. Это называется воюризм. Да-да-да. И это классно. И у меня уже тело такое отшаренное. В красном платье. Да, ну, вернемся к лифчикам, да. И это Клара в цвете айвори. И, конечно, грудь в такой форме, в таком бюстгальтере, она получается округлая, как персик. Да? И на самом деле это очень удобная модель, потому что это не балконет, но эта форма, она немножко скрывает
всевозможные недостатки. Скажем, растянутая кожа, да, там, или обвислая грудь, там, или тыры-пыры пассатижи. Сейчас еще Ксюха скажет свое слово. Ну, это еще очень хорошо, эта модель для груди низкопосаженной. О. То есть есть низкопосаженная грудь, очень тяжелая в посадке, и вот Клара как спасение в данном случае идет. И я вам расскажу про низкопосаженную. У некоторых женщин большая грудь, вот она входит, вроде бы она и маленькая, да, потому что она внизу. То есть корень груди, он находится ниже, чем у меня, а у меня она высокая. И, конечно, на такую грудь очень трудно подобрать белье. Ну, Клара, она всегда в помощь. Более того, каждые, скажем, полгода фабрика отшивает цветные модели Клары. И цветные модели, они, конечно, нереально красивые. У нас был цвет изумруд, у нас был бордовый с черным цвет, да. Навис у нас синий. Был цвет фуксия, у нас был цвет лягушки. Сейчас у нас цвет синий с серебром, и он, конечно, нереально красиво смотрится. Но я так скажу, все-таки на лето лучше вот таких моделей и лучше, чем в таком цвете, нет, потому что это подходит все, потому что летом мы носим тонкий трикотаж, тонкие платья, шифоновые, да, там шифоновые, шелковые, и все-таки через ткань немножко просвечивает. Ну и много светлого носим, да, белого, и, светлого. Да, много светлого, бежевого, и на самом деле, не должен бюстгальтер просвечивать, это моветон, это... Ну, это не есть хороший вкус. Пусть все видят красивую форму, но не знают, что делает ее такой прекрасной. Ну, а это, вот эта модель, это линия Sculptress. Поближе можно ее? Да, и сюда чуть-чуть. Отсюда подойдешь, показать такую красоту. Это цвет медовый, такой золотисто-медовый. Это у нас Эстель, да? Да, Эстель. Это бронзовый такой. Бронзовый. Это Эстель, это линия Sculptress для помпух. Идет до 105 объема. Это для тех, кто любит покушать, как мы с Ксюхой. Я так люблю, боже мой. Это еще я такая подвижная. Да, а так я покушать очень люблю. И вот у нас сегодня на обед будут... Картошка, хлеб, зажаренный, свинина, жир. Все, чтобы... И на десерт клубника с медом и со сливкой. Вы чувствуете, что я говорю? А слюни текут. Поэтому, да, закругляемся. Поэтому мы живем, мы гедонисты, мы любим одеться, покушать, мы любим всю, мы любим вино, получать удовольствие от жизни, да. И поэтому те, кто рядом с нами, да, они вкушают от наших плодов. И вот эта модель Эстель, да, она идет для помпушек с высокими вот такими стильными крутыми трусами, да, а на самом деле они очень секси, и они сливаются на теле, да. Что самое главное, тут использована очень хорошее французское кружево. Сейчас очень редко встретишь бюстгальтера с хорошим французским кружевом, потому что кружево давным-давно заменили дешевым китайским производством, поэтому европейские бюстгальтера, они достаточно дорогие, потому что там используют настоящее французское кружево. А сейчас руку тянет Ксюха! Птички мои, ну что здесь еще? Посмотрите, ну, здесь широкий сюда, комфортный пояс, девочки. Посмотрите, вот эта линейка для Sculptress. Да, она двойная. Да, с двойным широким комфортным поясом. То есть эта модель у нас идет до 105 объема, девчонки, и до чашки К. То есть вот такая потрясающая модель. И при этом она ведь, это же эластичное кружево, она очень комфортная, очень, да? Очень комфортная. Невероятно комфортная. И еще самое главное, что она идет до чашки К. До 105К. То есть, если вы любите поесть, и если у вас такие буфера, то вам эта модель как костыль моей сломанной ноги. Вернее, палец. А сейчас мы покажем опять мою любимую модель. Это модель Дана. Я люблю эту модель.
Она идет для полных женщин, но начинается она с 75-го объема. И в таких моделях там более узкий пояс. Кстати, здесь пояс очень широкий, потому что он рассчитан на полных женщин. Да? И от этого мне эта модель безумно нравится. Она создает форму. Она создает форму груди без бретелей. Это модель страплес. Мы ее последнее время рекламируем, показываем. У нас ее очень хорошо берут. И это вот такая вот модель. И на самом деле тут широкий пояс, двойной пояс. Он имеет, вот видите, на обычных бюстгальтерах 3 крючка. На этой модели бюстгальтер имеет 5 крючков. Фабрика, вы меня слышите? Выпускайте такую модель с таким поясом от 60-го объема, потому что это белье корсетное, и оно создает форму. Ну и при этом это же тоже выход для девушек с большой грудью — носить летом вещи с открытыми плечами. Тем более она идет до чашки J. Да. Все модели безбретелечные, они идут до G или максимум до H. Эта модель идет до размера J. И до пояса тоже. Да, и до 105-го пояса. И если у вас такая грудь, то вы можете оголить плечо. Следующий, кричит заведующий. А следующего нет. И вот я сегодня рассказала топ-8 моделей, которые должна иметь в гардеробе любая красотка, модная красотка, которая, не скромная. Это белье не для скромных дам, это белье для тех, кто любит себя. И правильно. Чтобы мою грудь вот так вот что-то держала. Очень много лет. Вот вы говорите, у вас белье для полных? Нет, девочки. У нас белье для любых форм. И начинается оно с 60-го объема, заканчивается 105-м. Почему я показываю постоянно моделей плюс сайз? Не любим мы худенькие модели. Потому что, наверное, сейчас пришло время помпух, да, время твиги, время Шанель, да, вкусняшек. Прошло бесплотных вот этих теней, потому что в реальности женщины, среднестатистическая женщина, она вот такая, сочная, радостная, и которая любит себя и любит мир. Поэтому, красотки, приходите. Мы вас не отпустим без всего. И без хорошего настроения, главное. Мы хорошее настроение всегда дарим, потому что мы сами улыбчивые. И мы хотим, чтобы мир стал более добрый, более улыбчивый, более солнечный. А если погода плохая, мы купим бутылку вина, треснем и будем веселиться. Ура! Вопросы есть? Вопросы ответим. Были вопросы про Клару. Спрашивайте, отвечаем. Были вопросы про Клару, есть ли в белом и в черном цвете? Клара в черном цвете не выпускается, а выпускается в цвете charcoal black. Угольный цвет такой, да, темный. Да. С глянцем, такой, он прям глянцем. Такой. Он необыкновенно красивый. В белом цвете не выпускается. Выпускается именно в цвете айвори. В белом цвете мы сейчас будем получать карри. То, что наш бусклаб любит больше всего. Поэтому соберетесь приходить. Записывайтесь, у нас сейчас очень много народу, у нас полная запись, лучше записаться, чтобы не сидеть в очереди. Примерочные кварцуем, есть все прибамбасы для того, чтобы не заболеть, хотя заболеть можно, гонореей тоже заболеть. Говорят, гонорея от любви, а ковид, не знаю от чего, ковид от того, что руки не помыли. До скорых встреч, и мы с вами. Пока. Да. Вопрос задать.